привет, друзья! Сегодня у нас будет немного влоговый с вами сюжет, потому что мы отправляемся в Хель. Хель — это небольшой полуостров, тоже на Балтийском море. И самый его прикол в том, что он очень-очень тонкий и длинный. В некоторых местах его ширина достигает даже всего лишь 300 метров. Ехать от Гданьска до него 2,5 часа. Можно доехать несколькими способами: на корабле или на поезде. В том году мы ездили на корабле, в этом году решили кататься на поезде, чтобы прочувствовать весь этот как раз прикол и проехать по самой-самой узкой части этого полуострова. Потому что корабль доставляет на самый кончик, и вот как раз эту узкую часть мы и не проезжаем. А на поезде проедем через весь полуостров. С одной стороны Хель омывает Гданьский залив, а с другой стороны открытое Балтийское море. В Хеле очень красивые песчаные пляжи и есть заповедник морских котиков. Билет до Хеля в одну сторону на поезде стоит 19 злотых, а на корабле 50 злотых. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и поехали покорять Хель вместе с нами. Проведу вам небольшую экскурсию по польскому поезду. Сиденье. Мусорка есть. Окошечки. Такой вот комфортабельный тут поезд. Есть туалеты, кондиционеры и Wi-Fi. Даже розетки есть. Экскурсия по туалету. Тут есть зеркальце такого же помещения. Унитаз. Раковина здесь есть. Все как положено. Даже есть туалетная бумага. И салфетки. Да, друзья, я, конечно, представляла себе это немножко по-другому. Мы сейчас едем по одному из самых-самых узких мест Хеля. Но здесь лес, и этого не видно. Вот такой вот у нас вид с другой стороны. Вот, собственно, мы приехали. Сейчас находимся на главной туристической улице Хеля. Сейчас зайдем покушать и пойдем на самый-самый-самый кончик полуострова, там, где открытое море. Рыбный суп, шоколад и журек. Набережная со стороны Гданьского залива. Вот, собственно, пляжик маленький. А туда причаливают корабли, которые приходят из Гданьска. Вот оно, собственно, открытое Балтийское моречко. Не такое уж и холодное, как в Гданьске, наверное. Народ не так много, как у нас. Вода почище. Нравится мне Хель. Какая-то тут атмосфера такая своя. Тихая, спокойная. Круто. Купили мы билеты до Гданьска обратно на кораблик. На поезде мы все равно не увидели того, чего хотели. Поэтому обратно поплывем на кораблике, на нем кайфовее. Подплывает наш кораблик. Сейчас мы на нем поплывем до Гданьска. Небольшая экскурсия по кораблю. На втором этаже сиденье и лесенка наверх. Наш красивый закатик. Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя поездка на полуостров Хель. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео и до новых встреч! А мы поплыли домой!